расскажите какую-нибудь журналистскую байку. А как? А про себя? Да. А, ну, в общем, когда я совался тут буквально недавно за главного редактора, это был уже третий день, когда я уходил полвторого, надо сдавать газету, на газете, то есть на флаге, это на основном материале фотография. И, в общем, не то я что-то затупил, не то Версальщик, и вместо министра, который там должен был быть, экономического развития, оказался сотрудник крематория, и я это, в общем, не заметил. И в итоге заметила только моя подруга, которая пришла, чтобы мне не так было скучно. Она говорит, ну она вообще от журналистики далекий человек, она говорит, Максим, слушай, почему министр-то не в пиджаке? Я такой смотрю, ё-моё. Вот. Так. В итоге чем все закончилось? Ошибку исправили? Ну да, иначе бы я бы не работал бы, и сейчас бы не ходил. Иначе мы бы с вами не общались. Это были бы байки бывшего журналиста. Спасибо большое. Лазарев входит в тройку претендентов на четвертое место в Евровидении. В Екатеринбурге на сортировке сформирован китайский казачий полк. Там же на пехотинцев корейская свадьба съела собачью. В Екатеринбурге крестный ход прошел по улицам Коммунистическая, 20-го партсъезда и закончился на улице Старых Большевиков. В Екатеринбурге будут воздвигнуты 7 районных храмов Святой Екатерины. Стиральная машина отжала у хозяина сотовый телефон и бумажник. Скоро на экраны выйдет новый фильм «Астерикс и Обеликс против Сталина». Картина рассказывает о том, как погибли Астерикс и Обеликс. Суперсенсация! Российская! Энергосберегающие лампочки не застревают во рту. Юрий Антонов перешел с абрикосовой на виноград. На тенистой улице он получил в тени. Всех, у кого юбилей, отметь свой праздник в нашем боулинге. Залей шары и катай. Сколько по времени занимает написание шуток для нового номера? И долго ли вы готовитесь? Сейчас. Если номер выходит раз в месяц, то написание шуток занимает месяц. Если раз в неделю, то неделю. Если каждый день, то всего лишь один день. Вот и все. Когда надо, тогда и пишем. Ехали через Китай, Монголию, Казахстан. Ласковая Алена приглашает на чашечку кофе. Одна чашечка 2000 рублей, весь термос 8000 рублей. Спасибо. Браво! Спасибо! Я вот не успел журнал взять. У вас есть еще? Нет. А где их можно взять? Их можно купить в электронном магазине на сайте redborda.ru. Там то, что есть в наличии бумажного, там все выставлено на продажу, можно заказать. Если вы далеко от Йобурга, получите по почте, оформите доставку. Если в Йобурге, можно прийти пешком на Тургенева 13, там взять. С этого года, вот в 2019, мы перестали издавать бумажный журнал и стали издавать электронный. Если вы зайдете на сайт на наш redborda.ru, там подробно написано, ну, может, не подробно, но ссылочка есть на свежие журналы. Они почти как бумажные, они даже листаются, да, с таким же звуком. И единственное, что не пахнут типографской краской, но мы над этим работаем. И последний вопрос по теме. Вы где-нибудь были на Ночь музеев или планируете куда-нибудь? Мы были в Доме журналистов на Ночь музеев. Так это, кажется, называется. Доме журналистов. Сейчас, может, зайдем в музей писателей Урала, может быть, зайдем в музей Мамина Сибиряка, ну, а до Большого музея на Плотинке я
Я в прошлом году был достаточно подробно, так что не знаю, что там нового появилось. Наверное, не пойду. Ну и, может быть, мы завтра не ночью, а с детьми съездим в уральский Диснейленд. Ну, в Верхнюю Пышму на выставку вооружений. Дети ждут, хотят. А во сколько вы там будете? Во сколько мы будем, не знаем. Вы селфи сделаете. Как проснемся после ночи музея. Спасибо большое.